Доброго времени суток, друзья! Рад приветствовать вас на своем канале. Также, друзья, хочу сразу напомнить о том, что это не инвестиционный совет. Я просто делаю обзор на данный проект, а решение об инвестиции принимать вам. Потому что все-таки такого рода проекты считаются высокорисковыми. Сегодня нашел для вас, как всегда, новый интересный проект, который называется Clown Token. Как всегда, оставлю для вас все ссылочки в описании, а также там будет моя реферальная ссылка для регистрации. Проект, в принципе, многим известен, он разрекламирован, в нем много пользователей, поэтому я не могу не показать его вам, друзья. Необходимо пройти совсем небольшую форму для регистрации. Если вы будете проходить по ссылке, которую я оставил в описании, по моей реферальной ссылке, то вы можете вступить в мою команду, что позволит нам зарабатывать на этом проекте еще больше. А это не может не радовать, друзья. Итак, для того, чтобы зарегистрироваться, нам нужно ввести здесь наш email-адрес, отправить, нажать вот эту кнопочку, чтобы получить код для верификации. После того, как код придет нам на почту, нужно ввести его вот в это поле, также придумать пароль, внести его два раза, и также необходимо придумать для себя шестизначный пароль, который будет нам необходим для зачисления средств, а также выведения средств из этого проекта. Также необходимо ввести свой номер телефона, хотя, если честно, это не обязательно, достаточно внести просто цифры, похожие на номер. И если вы будете переходить по моей реферальной ссылке, то нужно ввести invite-код сюда, в это поле. Все очень просто, друзья. После регистрации вам нужно зайти в ваш личный кабинет, используя данные, которые вы вводили при регистрации. Также, друзья, настоятельно рекомендую записать эти данные на какой-то электронный, а лучше бумажный носитель, так как после многократного ввода неправильного пароля, возможно, ваша учетная запись будет заблокирована автоматически. Итак, после того, как ввели свои данные, мы попадаем на сайт проекта. Вот таким образом он выглядит. Здесь мы видим наш кошелек, где будут отображаться наши монеты TRX. Здесь монеты, которые мы отправили в наш узел, так называемый нод. И здесь кошелек нашей команды. В данный момент он пуст, но я надеюсь, друзья, это ненадолго. Видим, что пока наш узел пуст, но для того, чтобы его активировать, нам необходимо пополнить наш кошелек. Итак, более детально покажу вам, друзья, как пополнить наш кошелек на данном проекте. Итак, для этого необходимо нажать вот по этой вкладочке. Здесь мы видим, что для удобства мы можем использовать не только ад, но и QR-код. Что ж, копируем данный код. Вставляем его в наш кошелек. Таким легким способом пополняем наш кошелек на проект. Для пополнения данного проекта я буду использовать кошелек Trust Wallet, поэтому для удобства воспользуюсь QR-кодом. Что ж, друзья, все, я сделал перевод, теперь осталось лишь подождать, пока монетки придут на наш проект. Я думаю, что на это мы потратим совсем немного времени. Итак, видим, что наш кошелек пополнен. Если честно, друзья, я собирался сделать это на 100 трон, но отправлял 102, думал, будет комиссия. А как мы видим, сколько отправил, столько и получил. Что ж, это хорошо. Что ж, наш счет пополнен. Теперь нам нужно зарабатывать. Для этого необходимо активировать наш узел. Для этого нам необходимо нажать на вкладочку Market, Join, выбрать сумму инвестирования, вводим количество наших монеток, нажимаем кнопочку Submit, сюда вводим наш шестизначный код, который мы придумали во время регистрации, нажимаем кнопочку Config и все готово. Итак, возвращаемся на предыдущую страничку и видим, что наш ноут-баланс пополнен. Теперь мы можем получать 2% в сутки с нашей суммы вложения. Возвращаемся на главный экран и видим, что деньги с нашего кошелечка перешли в кошелек Нод. Что ж, так как вывод происходит раз в сутки, вторую часть видео я покажу вам завтра. Но для вас пройдет всего лишь несколько секунд. А пока предлагаю вам быстренько пробежаться по другим вкладочкам данного проекта. Здесь у нас есть вкладочка «Центр», где мы видим информацию о нашем аккаунте, детали транзакций, видим, какие средства к нам поступили, какие мы средства перевели с одного кошелька на другой, вот пополнение нашего баланса нод. В общем, здесь будет отображаться вся информация о транзакциях. Также здесь есть информация о нашей команде. Здесь пока ничего нет, но опять же, друзья, я надеюсь, что это скоро изменится. Также есть вкладочка Security Center, где мы можем поменять пароль при необходимости. Также кнопочка Новости, где будут отображаться актуальные новости, и кнопочка Выход из нашего аккаунта. Также у данного проекта есть свое приложение,
которая позволит еще более удобно пользоваться данным проектом. Также здесь есть вкладочка с объявлениями, новостями. Также здесь есть важное замечание, которое обязательно к прочтению для пользователей облачного токена. Все ссылочки будут в описании, так что я рекомендую вам самим зайти и более детально ознакомиться. Также у нас есть ссылочка на телеграм-канал, в котором уже почти 9000 пользователей. И я думаю, если у вас возникнут какие-то вопросы по данному проекту, админы группы достаточно быстро вам ответят на них, что тоже очень удобно. Здесь также много полезной информации. Здесь рассказано о том, что лимит для вывода составляет 2%. Также здесь более подробно рассказано о трехуровневой реферальной программе данного проекта. Опять же, все ссылочки будут в описании. Рекомендую вам самим более детально ознакомиться с данной информацией. Что ж, друзья, для вас прошла всего лишь 1 секунда, для меня прошли сутки. И смотрим, что теперь нам доступны уже меньшие средства на нашем узле, нод-кошельке. А это значит, что мы уже заработали троны. Давайте перейдем на вкладочку Market и видим, что мы заработали 2% от наших инвестиций. Для того, чтобы вывести их на наш кошелек Tron, нужно нажать вкладку Extrade, ввести код шестизначный, который мы придумали во время регистрации. Вводим его, нажимаем конфиг, обновляем страничку и видим, что здесь сумма изменилась. Переходим на основное меню и видим, что в нашем кошельке уже есть первые заработанные троны. Отлично, друзья. Теперь покажу вам, как их вывести на наш кошелек. Все так же легко и просто. Нажимаем кнопочку и извлечь монету. Сюда нам нужно ввести адрес трона с нашего кошелька, а сюда ввести необходимую сумму, нажать кнопку «Представить на рассмотрение», снова ввести шестизначный код, который мы придумали во время регистрации, нажимаем кнопку «Подтвердить успех», переходим на основное меню и видим, что TRX с нашего счета списали. Отлично. Осталось дождаться, пока они придут к нам на кошелек. Я думаю, это займет совсем немного времени. Итак, видим, что монетки пришли. Значит, сайт работает. Отлично. Что ж, друзья, все ссылки, как всегда, оставлю в описании. Переходим, ознакомливаемся. Также, друзья, рекомендую вам переходить по моей реферальной ссылке, чтобы мы с вами создали нашу команду и могли зарабатывать еще больше. Что ж, вот такой проект нашел для вас сегодня, друзья. Что ж, я думаю, можно зайти, попробовать, поиграться, так сказать. Но не более. Что ж, на этом буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Обязательно оставляйте комментарии. Всем пока-пока.